Дорогие мужчины, от всей души, от всего сердца поздравляю вас с праздником. С праздником защитников Отечества. Где бы вы ни работали, учились, служили или просто уже были на пенсии. Бывшие военные, бывшие инженеры или настоящие студенты, мальчишки, которые ходят в школу. Я вас всех от души поздравляю, потому что вы все являетесь нашими защитниками. Поздравляю вас с защитником Отечества, с Днем защиты Отечества. Желаю вам здоровья, благ, удачи, ну и всех благополучия в жизни. Дорогие наши любимые мужчины саровчаны, мои любимые туристы, я вас поздравляю с наступающим праздником. Здоровья и новых походов. Дорогие мужчины, поздравляю вас с Днем защитника Отечества. И неважно, служили ли вы в армии или не служили, но вы всегда будете нашими защитниками, защитниками своих семей, детей и всех женщин. Всего вам доброго, здоровья и счастья. Дорогие наши мужчины, от всего женского коллектива «Аллегро», студии эстрадной народной хореографии «Задоринки» хочу поздравить вас с прекрасным праздником 23 февраля. Пожелать вам всем здоровья, мужества, терпения, сил, удачи, огромного женского внимания, любви и сказать, что вы на самые-самые лучшие. Хочу поздравить всех саровчан с наступающим 23 февраля. Это великий праздник. Мы мужским, как говорится, составом все его ждем, потому что этот праздник показывает на то, какие мы мужики. Славные. Я хочу поздравить всех с 23 февраля, всех мужчин. Хочу поздравить своего дедушку, своего папу, отчима. Я желаю вам много денег, пусть будет здоровья. Будьте всегда сильными, оберегайте своих женщин, детей, защищайте Родину. Бабушки, дедушки, любимые вы наши, мы дедушек поздравляем с прошедшим 23 февраля, а бабушек с наступающим 8 марта. Мы вас очень любим, желаем вам здоровья, всего самого-самого. И всех тоже поздравляю с праздниками. Ура! Хочу поздравить всех с 23 февраля, тех, кто служит в армии, отдает долг своей стране, всем ветеранам Великой Отечественной войны и тем, кто уже отслужил свой год в армии. Хочу пожелать здоровья, счастья и добра.